Ну, результат, я опять же повторюсь, как бы сейчас на данный момент не важен, да, важно именно, наверное, построение игры, качество игры. Вот за этим сейчас мы следим, вот так вот. Ну, конечно, как вчера говорил, качество оставляет желать лучшего. Сегодня просто, конечно, к нам добавилась вот Аня Малова, да, и сегодня сыграла уже Саманта Бричо. Вот так вот, безусловно, это уже опытнейшие игроки, вот так вот, которые свою долю в эту победу добавили. Была уверенность какая-то определенная, были все-таки уже более взрослые действия, вот так вот. Ну, то есть, так вот, а результат это всего лишь, ну, как раз таки, наверное, вот этих вот моментов. Так вот этих вот нюансов. После вчерашней игры, сегодняшней, и все равно победа — это всегда приятно. То есть, и, ну, на самом деле, результат этого турнира, он такой немножко второстепенный, потому что ты все равно видишь очень много нюансов, которые нужно, к примеру, добавлять, ну, там, в Казани, которые нужно там подкорректировать там при работе в сборной в следующем году. И это тоже это так ценно, и я надеюсь, что мы тоже все это вынесем урок из этого и прибавим. I think it was a pretty good game. I mean, it's my first game with the team. It's their second game. I think this tournament is going to help us a little bit, you know, to have a little bit of rhythm and play better when we have to start playing the championship. Don't understand much, but I mean, it's volleyball, you know, it's the same everywhere. Необычненько, то есть, но, нет, очень классно, все равно тоже, и понимание есть, все равно какой-то диалог, то есть, к примеру, по работе на блоке, ну, прикольно, то есть, вообще, все, я думаю, это будет только все лучше и лучше. Получается в тренировках превосходно, и ну, раз просто замечательно, да, но, опять же, наша задача как раз-таки интегрировать то, что мы делаем на тренировках, именно в игровую ситуацию, в игру. Вот так вот, вот здесь пока у нас проблемы, да, но это, опять же, это больше степени свойства опыта, да, то есть это должно приходить, это должен быть определенный объем, быть отработан молодым игроком именно на площадке, вот так вот. И, скажем так, это приведет уже к такому нормальному, хорошему росту, к чему мы стремимся. Gledajte nas na Dinamo TV.